Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 11 октября. Утро немного пасмурное. В последние дни нас погода баловала своим теплом. Какая она будет по прогнозам синоптиков днем? Брать ли зонт? Узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. В Черкесске прошли масштабные всероссийские командно-штабные учения, посвященные 92-й годовщине образования гражданской обороны России. Пострадавшим в ходе условного теракта оказали экстренную помощь бригады Центра медицины катастроф и команды нештатных формирований. А алгоритм их действий оценивала экспертная комиссия. Основная цель – отработка действий различных структур в случае чрезвычайной ситуации. Свой профессионализм должны были продемонстрировать представители службы медицины катастроф, сотрудники подразделений регионального управления МЧС России. Этап организован на оказание медицинской помощи пострадавшим. Условно вводное будет это наличие пострадавших при взрывах и обрушениях зданий и конструкций. Значит, учение будет проводиться среди нештатных медицинских формирований, которые обеспечивают мероприятия гражданской обороны и участвуют в чрезвычайных ситуациях. Значит, для этого мы собрали все нештатные врачебно-сестринские бригады муниципальных образований и в плане проведения тренировки и соревнований привлекли их сюда. Представители мэрии Черкесска, регионального народного фронта, МВД периодически проверяют территории, через которые проходят юные горожане. Большое внимание уделяется так называемым заброшкам. Ранее проверочные мероприятия были проведены на 25 объектах. Какие-то из них продолжают портить облик региональной столицы. По другим, проведенная городскими властями, полицейскими и общественниками, работа уже дает положительные результаты. Подробнее об этом мы расскажем в следующих информационных выпусках. Курорт Архыз на форуме туристических территорий удостоен награды как лучший горнолыжный комплекс СКФО. Большая гордость для нас, что динамичное развитие Архыза встречает поддержку не только гостей курорта, но и отмечается достойными наградами. Расцениваем это как почетный знак на одной из промежуточных точек в масштабном плане развития нашего курорта. Не только в горнолыжном направлении, отметили в Министерстве туризма республики. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды. И хорошего дня! В Карачаево-Черкесии ночью в горах местами небольшой дождь, днем кратковременный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах плюс 1, плюс 6. Днем плюс 18, плюс 23. И местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 20, плюс 22 градуса.